Ну что, народ, мы дождались, Rockstar официально заанонсили зимнее крупное обновление для GTA Online, поделились геймплейными изменениями, показали новый транспорт, недвижимость, персонажей, да и плюс ко всему дропнули парочку скриншотов. Сейчас расскажу вам обо всем поподробнее, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Обновление все ближе и ближе, это значит, пришло время подготовиться. Дабы не мучить себя фармом и позволить все и сразу, я приглашаю вас в свою личную группу по прокачке. Более 8000 положительных отзывов, большой ассортимент товаров как на ПК, так и на консоли по сниженным ценам, любое количество денег, уровень, скиллы, репутация автоклуба и многое другое, регулярные акции и бонусы постоянным клиентам. Один совет: при заказе советую использовать мобильную версию ВКонтакте, ибо только через нее отображается весь список товаров. Через компьютер, к сожалению, многого не видно из-за ограничений самого ВК. Все ссылки, само собой, в описании. Переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Начнем с нового транспорта, это маслкар D-класси Tahoma Coupe, награда каждому игроку за выполнение недавнего испытания в ограблениях. В течение ограниченного времени данное авто будет полностью бесплатно доступно в GTA Online, потом же его удалят и вернут ближе к весне, но уже за full прайс. Маслкар выглядит неплохо, взгляните на зеркала заднего вида, не припомню, чтобы в GTA была хоть одна машина с таким же расположением зеркал. Конечно, за выполнение челленджа, за то, что игроки награбили 4 триллиона долларов, хотелось бы награду получше, но имеем то, что имеем. Кто знает, может быть, это новый топ-1 маслкар для гонок. Поживем увидим, до выхода обновления осталось совсем чуть-чуть. Кроме этого, на скриншоте вы наверняка заметили новые отражения. База Рунет выглядит свежо и по-некстгеновски, но, к сожалению, увидеть всю эту красоту смогут лишь владельцы PlayStation 5 и Xbox Series. Rockstar завезут отражение с трассировкой лучей эксклюзивно на эти консоли. Почему это не сделали сразу, как только Next Gen версия игры вышла на эти платформы, без понятия, видимо, просто не успели. Так бы наверняка игра продавалась куда лучше, больше игроков пересело бы с пастгена, ибо визуальные изменения с этими отражениями очень сильно бросаются в глаза. Переходим дальше к следующему скриншоту, на котором можно заметить два интересных изменения. Во-первых, в контактах появился новый персонаж Дакс, утечки подтвердились, это босс банды Джаггала и по совместительству наш компаньон в этом обновлении, который постоянно будет звонить и напоминать о том, что мы его шестерка и должны делать то, сё, пятое, десятое. Помимо этого, можно заметить, что персонаж держит телефон в руках. Раньше такое было только в одиночке, в онлайне никогда не было анимации с телефоном. Не знаю почему, но лишь спустя 9 лет после выхода игры Rockstar решили добавить эту фишку из сюжетного режима. Теперь можно отсортировать контакты лично под себя через меню взаимодействия. Наконец-таки Rockstar сообразили добавить эту возможность. Уверен, кроме механика, Лестера и страховки, большинство не пользуются никакими другими контактами. Напрягало постоянно долго клацать, допустим, до того же механика. Отныне список контактов можно будет настроить под себя, за что большое спасибо Rockstar. После выхода обновления через TerrorByte можно будет продавать груз из других предприятий не только в открытых сессиях, но и в сессиях по приглашению, где никто не будет вам мешать. Еще в летнем апдейте нужно было добавить эту возможность, но Rockstar, как обычно, немного проебались. Сюжетные миссии от Агаты Бейкер в казино отеле Diamond теперь можно проходить в одиночку. Раньше для этого требовался как минимум один друг. Кто еще не прошел, welcome, прикольные задания, плюс за прохождение в конце вас бесплатно наградят бронированным спорткаром Inus Paragon R. Теперь купленный вами транспорт будет быстрее доставляться до гаража. Фишка полезная, согласитесь, всегда напрягали эти минуты раздражающего ожидания. Некоторый транспорт с оружием наконец-таки можно будет использовать в гонках, например, тот же бронированный Paragon R или, допустим, Ardent. Понятное дело, что пулеметы будут отключены, пользоваться ими будет нельзя, за исключением гонок в режиме GTA. Там, как вы знаете, доступно вообще все, поэтому если в вашем гараже запылился транспорт с оружием, который до этого нельзя было юзать в гонках, после выхода апдейта у вас появится такая возможность. Изменения, которые просили еще с 2013 года. Теперь через механика можно заказывать велосипеды. Без рофлов всегда напрягало брать велик из гаража и оттуда куча времени добираться до какой-то локации, чтобы поделать трюки. Отныне такой проблемы не будет, правда, печально, что разрабы додумались до этого лишь спустя 9 лет. Теперь, если вы будете продавать тачки из транспортного склада в открытые сессии,
за каждую продажу вам будут накидывать бонус, ровно так же, как это сделали летом с продажей ящиков офиса или сырья мотоклуба. Короче, с одной стороны, Rockstar не против, чтобы вы выполняли миссии по продаже в закрытых сессиях, но с другой стороны, тем, кто делает это в открытых сессиях с рисками все потерять из-за других игроков, они награждают дополнительным бонусом. За все миссии по продаже груза через ангар отныне вы будете получать в 3 раза больше денег. Ангар всегда считался не особо выгодным бизнесом, через него тяжело было много зарабатывать, ибо выплаты были скромными. Теперь же, после выхода апдейта, ангар может стать одним из лучших бизнесов в игре. Как-никак, повторюсь, выплаты увеличатся в целых 3 раза. Еще один скриншот, на котором можно заметить одну из основных локаций этого обновления – лаборатория Тревора по производству наркоты. Здесь будет тусоваться какой-то сброд, да и плюс ко всему можно заметить Рона. Его роль в этом обновлении пока что неизвестна, но согласитесь, приятно увидеть знакомые лица. Кроме этого, можно заметить ретро-такси, благодаря которому будет реализована функция быстрого перемещения по карте. Но если приглядеться, можно заметить, что на заднем фоне стоит старый габаритный транспорт, но в тюнинге. Соответственно, делаем вывод, что после выхода апдейта Rockstar дадут возможность игрокам прокачивать грузовики, фургоны и все в этом духе. Эти и другие улучшения появятся на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и ПК позже в этом месяце. Обновление будет разделено на несколько частей, поэтому вполне возможно, летом мы увидим продолжение. Кроме этого, ожидайте ряд новых транспортных средств, мировые события, что бы это ни значило, контактные миссии и многое другое. Подытожив, хочу сказать, что разработчики GTA Online немного поменяли вектор развития игры. Они больше не пытаются выпустить что-то глобальное и крышесносное. Все это закончилось на обновлении Контракт. Теперь же главная цель Rockstar — улучшить уже существующие механики, добавить мелкие фишки для более комфортного геймплея, пофиксить старые проблемы, и параллельно с этим они выпускают вот такие апдейты с новым транспортом, мини-миссиями и прочим. Такое мы видели летом с обновлением преступной организации, и по всей видимости теперь такое будет всегда. Большое спасибо за просмотр этого ролика. Прошлый видос привел 250 новых подписчиков. Вы капитальные красавчики, всех новичков приветствую на канале. Наша дорога к 300 тысячам сабов продолжается, осталось совсем чуть-чуть. Прямо сейчас в моем телеграме проходит розыгрыш 1 миллиарда долларов GTA Online. Условия очень простые, обязательно участвуйте. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит, всем скоро увидимся.